18 января в Великих Луках в доме номер 13 на улице Дьяконова открылся первый магазин свежего хлеба «Булочная» Великолукского комбината хлебопродуктов номер 1. Просторному светлому помещению, выполненному в теплых тонах, атмосферу особенного уюта придают детали из натурального дерева. Магазин предлагает посетителям формат самообслуживания. Здесь можно свободно подойти к лоткам, ознакомиться с ассортиментом свежего ароматного хлеба и штучной продукции. Наш магазин осуществляет торговлю от Великолукского комбината хлебопродуктов номер 1. В магазине представлено порядка 35 наименований. У нас вы навряд ли найдете обычный хлеб, который вы привыкли покупать в других магазинах. То есть мы делаем хлеб, продаем здесь хлеб не дешевый, а очень качественный и необычный. Здесь, значит, представлена часть нашей продукции, которая планируется продаваться в этом магазине. Багеты ржаные, багеты с различными добавками. Вот ржаных багетов в городе вы пока еще нигде ни у кого не найдете. Они у нас в эксклюзивном качестве. Хлеба по старинным рецептам, мы его так и назвали, деревенский хлеб. Хлеб славянский с добавлением патоки. Хлеба у нас изготавливаются с различными начинками. В начинках присутствует картошка, лук, чеснок, кунжут, различные смеси с семечками. И сдобы, которые делаются у нас вручную, лепятся фигурно и, самое главное, что с душой. Магазин свежего хлеба и выпечки «Булочная» Великолукского комбината хлебопродуктов номер 1 работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Продукция завозится 3 раза в день.